Привет, меня зовут Север, как у тебя дела? Это уже 12-я серия прохождения Ark Mobile. В этой серии я хочу просто приручить гигантозавра, ну и может быть еще какое-то существо. Не хочу чем-то грандиозным заниматься, поэтому давайте просто соберем 35 лайков, 15 комментариев, и ролик выйдет намного быстрее, ведь я уже вышел на каникулы, и времени пилить ролик у меня будет гораздо больше, и естественно ролики будут выходить немножечко чаще. Приятного тебе просмотра! Никакой писатель меня не удивит, я вас... Итак, это, естественно, Ark Mobile. Я сделал себе немножечко детокс от этой игры, и сейчас я, в принципе, зашел в игру с кайфом, у меня 0 миксов, понятно, я хотел выпить амнезию. В прошлой серии мы приручили вот такого грифона, в принципе, я доволен, и в этой серии я хочу приручить... Что? А, я хочу приручить гигантозавра. Я поставил там на крафт 3 металлические рамы. Так, я вижу бобров, 2 бобра и 0 хаток. Охрененно. Мне не хватает буквально 50. Опа! А вот и хатка. Если кто-то помнит, в прошлой серии мы встретили гигантозавра 20 уровня. Халик Шинсон, ага. Встретили 20 уровня, пытались приручить, но что-то потом и подзабил. 238 металлической... Ой, блядь, цементной пасты. Летим домой, скрафтим себе еще одну... металлическую раму и, в принципе, пойдем искать уже того самого гигантозавра. Что? Почему я черный? Ну, вот это тот самый вот этот гигантозавр. Сейчас нужно найти место для постройки ловушки. В принципе, можно здесь, но какая-то поверхность неровная. Я не знаю, смогу ли я завести его сюда. Давайте, наверное, полетим к берегу и там поставим ловушку. Почему бы и нет? Думаю, вот здесь давайте поставим. В принципе, место хорошее, по идее. Можно налегке. Даже, наверное, вот здесь поставим. Здесь будет, наверное, полегче завести его в ловушку. Так, сейчас главное вспомнить, как я расставлял эти 4 рамы. Я видел ютуберов, которые ставят, я не знаю, нахуй, по 12 рам сразу же. Зачем? Да, проще, конечно, но затрат по металлу больше. Вот так вот ставим, собственно, эти рамы. Так, вроде ровно, да? Ну, терпимо. Сейчас летим за гигантозавром. А, кстати, да. Нужно поставить кровать рядом, чтобы если я сдох, то в случае чего разродиться и собрать свои вещи. Главное, сука, не слить грифоном. Иначе да, будет не очень вкусненько. Ну, давай же. Он нагрится на все подряд. Я ему стреляю в голову, ему насрать. Ой, о-о-о. Вообще, я немножечко не так хотел. А он, наверное, уже и не отагрится, да? Не, походу, не отагрится. Ну, вот. Давай, идем. Понятно? Ладно, будем тогда так настреливать, наверное. Ой, блядь. Бля, ну сколько еще? Ну, оглушение набирается потихоньку, и то это потому, что я стрелами у него стреляю.
Ну, твою мать, он разорился, теперь убегает. То в воду, то на сушу. Я не знаю, что уже делать. Серьезно, он просто ни в какую не хочет залезать в эту ловушку. А если прям проходит мимо него, то все, он цепляется за нее и хрен от него отагришь. Только если оглушение наберется. Тише, 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 блядь. Твою мать. Так, так я не попаду. Что, нет? Куда ты так низко? Блядь! Фух. Я думал, все, грифон... Так, ну, он вроде как там немножечко застрял, либо затупил, либо это Аркмобайл, в общем... Все, я его усыпил. Давайте-ка сейчас быстренько посмотрим, сработал ли бак на голод. Я надеюсь, что с обычным мясом он приручится довольно-таки быстро. Я не хочу летать за первосорткой и рисковать тем, что он проснется. Вообще никак. 30% с одного куска мяса, отлично. Все, у нас появляется... Гига, да, слабенькая, правда, 29 уровня, но как ни крути, это гига. С таким уровнем было довольно-таки много мороки. Отлично, сейчас его надо домой привезти и, наверное, этим ролик закончим. Хотя нет, я хочу приручить еще сегодня мегалодона. Твою мать, я, короче, случайно в подзорку посмотрел, и мне практически 80% хп ихти отлетело. Там вроде как 4 мегалодона. Один 220 уровня, именно он мне нужен, но сначала нужно избавиться от этих. Я скрафтил немножечко патрон на винтовку, они плюс-минус по урону одинаковые, а по прочности не скажи. Так, это 40-й, он должен ответить сразу. Вау. Я вспомнил эпизод Юджина в Stranded Deep, где он там с акулой танцевал. Блин, такая проблема произошла. Я решил приручить себе раптора, 290 уровень нашел, и просто захотелось его приручить. Он еще такой красненький, похож на моего птера. Значит, его я и приручил, вот этого идиота, как я его назвал, чисто ради задания. Ну, к сожалению, это не записалось. Ну, ребят, так бывает. Ну и на этом, наверное, все. Извините, что ролик опять же короткий. Я просто хочу еще немножечко отдохнуть от игры. Поэтому как-то так. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Север. И помни, все только начинается. Удачи!